ваш автомобиль в два раза дешевле, да? Чудом нашли себе покупателя. Что происходит дальше? Договор купли-продажи, снятие с учета сначала, потом договор купли-продажи. Деньги у вас в руках, вы только выдохнули и впихаете обратно, потому что тебе все то же самое, только вы теперь должны найти себе собственный автомобиль. Смотрим, ездим, прицениваемся очень долго, нервно и очень трудно, да? Именно поэтому абсолютно логично предложить вам вариант, как делают в разных странах, а именно не только новые автомобили покупают у официального дилера, но и автомобили с пробегом. Именно поэтому мы хотим вам рассказать о новой программе сертификации автомобилей с пробегом. Называется она, запомните, вот наш логотип, Toyota Tested, запомните его. Стартует программа с декабря этого года, так что это нам вам наш новогодний подарок. Что происходит? Автомобили, которые должны принять участие, которые могут принимать участие в программе Toyota Tested, проходят огромный, сложное изучение, сложный отбор. Только лучшие автомобили могут стать автомобилями с пробегом, которые участвуют в программе Toyota Tested. Обратите внимание, это называется лист инспекции. Все его видите, да? Для того, чтобы вот этот лист инспекции сделать, необходимо автомобиль протестировать по 136 пунктам. Если вы сталкивались с визовыми анкетами, любую заканчиваете, там их меньше. 136 пунктов. Результатом является оценка. 4,9 баллов. Это оценка этого автомобиля. Только те машины, которые набрали больше 4 баллов, мы принимаем в программу Toyota Tested. То есть, если вы покупаете автомобиль с пробегом по программе Toyota Tested, вы знаете, что меньше 4 просто быть не может. От 4 до 5. Да? Двигаемся дальше. Хочу перейти на эту сторону. Вот это вот такой прибор. Кто знает, что это? Абсолютно верно. Замеряем толщину красочного покрытия. Этим прибором мы тестируем абсолютно все элементы. Вот, например, 112. Для того, чтобы вы знали, вам на будущее, до 135 это допустимая толщина завода-производителя. Да? Все, элемент не битый, не крашеный. Мы проверяем все. Снаружи, изнутри, толщину всех лакокрасочных покрытий, для того, чтобы понять, был ли автомобиль в ДТП. Дальше идем. Допустим, с этим разобрались. Естественно, основное — это двигатели и характеристики. Мы проверяем двигатель, проверяем трансмиссию, проверяем ходовую, проверяем рулевую тормозную систему. Проверяем все. Автомобиль отлично технически исправен. Вам этого достаточно, например, вам? Автомобиль все мы проверили, все работает, все в хорошем состоянии. Хватит или еще нужно проверять машину? Как вы думаете? Ну, конечно, нужно. Ну как? Да не то, чтобы обязательно, потому что машина ездит — это хорошо. Но ведь вы сидите не под капотом, вы не снаружи на автомобиль смотрите, вы внутри, вы в салоне. Поэтому что, чтобы важно было? Чтобы там было как? Помимо того, что комфорт. Конечно! Согласитесь, если вы покупали хоть раз автомобиль с пробегом, садитесь, вам классно, да? Включайте музычку, громко все, едет хорошо. Но тут вот бычком торпеда, да, прожжена. Ну, согласитесь, что не хочется покупать, да? Ну, неприятно. Или там, знаете, следы от ботинок, потертости. Безусловно, все это нужно вычищать. Именно поэтому мы применяем такую систему, которую мы называем лабораторией чистоты. Что мы делаем? Прежде всего, мы применяем для каждой поверхности свое специальное в Японии запатентованное средство. Во-вторых, мы единственные, кто вынимает передние сиденья во время чистки. Вы хоть раз за всю жизнь свой автомобиль, знаете, залезали туда, вниз, поснимали сами? Вот, видите, вы, пожалуй, добро пожаловать в Toyota, кстати говоря, мы вас отправим в Японию поделиться опытом. Мы чистим там, где многие никогда не чистят, кроме нашего гостя. Там же вековая пыль, там грязь, там ваши жвачки, там ваши конфетки, еда, пепел, все это оттуда мы вычищаем. Причем самое важное, это же важно для самого сиденья, разрешите, я покажу. Вот это кресло, которое мы достали, его тоже возможно очистить в тех местах, где не чистит никто. Вот здесь вот, как это все вычищать, только если надо выдох. Вы везете друга, например, не вы, а человек, который продает. Другу 1,95 м, он сзади сел зимой в грязных ботинках, выставил свои ноги длиннющие. Все, сиденье снизу испорчено, мы чистим его высокой температурой термически, чистим его химическими специальными препаратами, для того, чтобы вам было максимально комфортно пользоваться. Автомобиль чистый. Мы его максимально, абсолютно очистили. Как вы думаете, достаточно разобрались с салоном или чего-то еще забыли сделать? Какие есть варианты? Что вам может, как новому владельцу автомобиля с пробегом, помешать купить автомобиль? Абсолютно верно, конечно. Посторонний запах, это притча во языцах. Вроде бы все чистенько, все, но табачищем несет так, как будто рота солдат курил. Мы применяем дополнительные технологии, мы очищаем весь салон. Мы, пожалуй, единственные, кто использует для дезинфекции салона ионы серебра. Кто знает, почему именно серебра? Самый лучший дезинфектор в мире, природный, безусловно. Мы не жалеем на это времени и сил.
дезинфекция салона происходит. И даже тут, когда вы говорите, вы уже достаете судорожный кошелек, хочу эту камеру, давайте мне скорее, мы вам говорим, стоп, подождите, рано, почему? Где прячется запах, который не достать? Абсолютно, конечно, воздуховодное кондиционирование, система, безусловно. Мы разобрались с этой ерундой. Мы запускаем максимальной мощности на 30 минут с закрытыми стеклами, на максимум систему кондиционирования, добавляем на специальное японское разработанное средство, высокотемпературный пар, все это на максимальной прочистке с большим пылесосом можно сравнить, вычищаются не только частицы грязи, но даже бактерии, которые могут вызвать также причину аллергии. Разобрались, автомобиль чист, технически в хорошем состоянии, хорошую оценку получил. Достаточно или нет, как вы думаете? Уже можно вам, скажем так, вы купите уже такой автомобиль? Вы купите, а зря. А зря, потому что мы не закончили. Машина это мелочи. Базовое обслуживание. Мы, безусловно, применяем ко всем автомобилям по программе TETA-TESTED базовое обслуживание. Мы проверяем необходимые для вашего комфорта и безопасности запасные части, которые изношены, мы их меняем. Если изношены тормозные колодки, мы их поменяем. Не придется судорожно после покупки еще занимать денег на колодки. Мы меняем, для того, чтобы, кстати, этот запах не вернулся, мы меняем салонный фильтр. Мы меняем масла. Мы меняем основные технические жидкости, все это в рамках подготовки. Таким образом, когда мы завершаем, ваш автомобиль, прошедший по программе TETA-TESTED, отличается от нового только одним параметром. Кто знает, каким? Абсолютно верно. Только пробег. Это единственное, что выдает в нем автомобиль с пробегом. Двигаемся дальше. Казалось бы, ну все здорово, да? У вас есть лист оценки. Вы осведомлены о всех неисправностях, о всех там, если есть какие-то малейшие скулы или что-то. Все остальное мы заменили, поменяли, дарили, почистили. Ну идеально все, казалось бы, вы думаете. Но нам этого мало, потому что мы работаем в Toyota. Мы хотим подарить вам еще целый год без забот. Мы хотим, чтобы вы не волновались, не беспокоились, чувствовали год себя комфортно, чтобы не боялись там съездить к друзьям в Краснодарский край, 1500 километров. Ну как, автомобиль с пробегом, еще не знаю, что за машина, ну как я поеду? На наших можно ехать, потому что мы настолько в них уверены, что год постгарантийной поддержки даем на автомобиле с пробегом по программе TETA-TESTED. Что это такое? Это практически то же самое, что вы получаете на новый автомобиль на 3 года, практически такую же подгарантийную поддержку мы даем на год на наши автомобили с пробегом по программе TETA-TESTED. Резюмирую. Если вы покупаете автомобиль, прошедший подготовку по программе TETA-TESTED, вы получаете абсолютно чистый, технически исправный автомобиль с прозрачной историей и годом постгарантийной поддержки. Друзья мои, теперь давайте поймем, насколько вы зафиксировали все услышанное. Я с удовольствием хочу вручить вам призы и подарки самым внимательным. Я буду задавать короткие, простые вопросы. Вы с места поднимаете руку, называете ответы. Самым активным мы вручаем призы и подарки.